Другим темам. Браконьеры не спят. На территории заповедника «Черные земли» обнаружены две обезглавленные тушки сайгаков. По этому факту органам дознания межмуниципального отдела МВД Яшкульске возбуждено уголовное дело по признакам преступления незаконной добычи и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу и охраняемым международными договорами России. Единственный в этом году факт незаконной охоты случился как раз в период гона сайгаков. А как известно, сейчас отношение половозрелых самцов к численности популяции составляет всего 16%. Наказание по данному преступлению предусматривает до 3 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения данного дела послужил факт обнаружения на территории заповедника «Черные земли» двух тушек редкой исчезающего вида, занесенных в Красную книгу антилопы сайгак. По постановлению прокурора Яшкульского района, уголовное дело изъято из производства органа дознания и передано в органы следствия для дальнейшего расследования. Основанием такого решения послужило совершение преступления в сфере окружающей среды и природопользования, которое причинило значительный и невосполнимый ущерб популяции редких животных, находящихся на грани исчезновения, что вызвало широкий общественный резонанс. В связи с этим имеется необходимость проведения тщательного расследования в форме следствия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.